Дорогой и мой любимый город Шадринск, ведь я никогда не обращался к тебе, да, как к своему родному городу. Я даже сниму очки, как бы, чтобы вы видели мои глаза. Не буду, конечно, называть их магическими, ведь вам кому-то как бы это не очень нравится, но... Понимаю, понимаете, да? Не буду говорить то, что я пришел от Бога. Я понимаю, что вы как бы боитесь даже умирать после того, что со мной здесь произошло. Как бы я вас понимаю тоже в этом плане. Я даже не знаю, с чего начать. Если честно, я бы хотел по-хорошему поговорить. Вот если честно, как-то так по душам. Ведь в Шадринске сколько у нас хороших людей есть, да? Очень много, да? Ну, я тут так думаю, да? Не все же плохие, это согласитесь. Я ведь тоже был ребенком когда-то. Ведь это так. Я тоже когда-то пошел первый раз в первый класс. Ну, в принципе, больше и сказать и нечего, да? В первый класс пошел, как бы, на. Вот у меня вот дорогой мой Шадринск и любимый город Шадринск. У меня вот 7 классов образования. 7 классов образования, да? Вот смотрите, дорогой мой любимый Шадринск, да? Ну, что я могу сказать? У меня шизофрения, представляете, шизофрения. Какая-то постоянно текущая, какая-то все забывает, какая-то там, короче, как же он называется, да? Вот с памятью плохо, да, что-то вот бывает, не вспоминая. Какая-то, короче, не буду вспоминать, что-то там, параноидальная, короче, то есть параноидальная шизофрения. Я вот смотрел как бы в Ютубе за параноидальную шизофрению, как бы, и я понял, что хуже-то не бывает. И так-то она параноидальная, да еще и шизофрения, ну, понимаете, да? Вот вы хотя бы вот просто не стесняйтесь город Шадринск. Если честно сказать, я ведь неплохой, я неплохой ведь человек, вот я добрый так-то очень, но если честно, ну если ты оно понимаете, оно смысл-то в чем? Оно с любым так может получиться, допустим, какие-то ситуации, которые были в городе, допустим, там, да? Я вот и прямолинейно сказать, у меня убийств нету в жизни, слава богу, я никого не убил. Не то чтобы боюсь тюремного срока или еще какого-то заключения, хотя это никому не надо, я просто не хочу грех брать на душу. Ну, мое второе я, мое подсознание говорит, что это нехорошо. Это нежелательно абсолютно, вообще не нужно, короче. Ну, допустим, какие-то конфликтные ситуации были, да, в городе. По поводу там кого-то я ударил, так я вот не помню, чтобы я драку-то первый начинал. Я такого не помню. Серьезно, у меня не было такого в жизни, чтобы я первый кого-то так вот ударил. Ни за что, ни про что. Я такого не помню, такого не было. Единственное, что я могу сказать, постоянно это какие-то ситуации происходили. Непонятно почему. Но у меня тут вот на сайте, вот я сейчас у себя на сайте нахожусь, то есть я сейчас вот в интернете нахожусь, вся на сайте. То есть как бы вам это объяснить-то, что может кто-то не понимает. Я не в самом интернете, я даже там ни разу не был. Я возле монитора, понимаете, доходчиво объясняю, да? То есть я просто вот включаю компьютер, да, и захожу в интернет, я как бы это называется, так это. Я в интернете-то не был. Может кто-то, может, не понимает меня, а то скажу, я в интернете. Понимаете меня, нет? Не, ну а кто? Люди всякие бывают, понимаете? Как вам объяснить? Оно ведь оно на массовое обозрение видео-то, а кто-то может и не понять. Вот в чем дело такое. Оно
Просто не то, чтобы там каждый думает в меру своей испорченности, но оно в принципе-то так и есть. Я вот, знаете, вот как вам объяснить, я вот в 2010 году, сайт у меня открыт с 22, по-моему, июля, если я не ошибаюсь, 2000 года. А ну видите, все засекречено, как бы, да? Мне никто даже ни разу не звонил на телефон. Был пропущен из США один, потом, по-моему, два пропущенных было. Это и то 2010 год. И затем, что там еще было там? И ребенок какой-то позвонил мне, что-то hello, hello, и все. А вы, не, может, кто-то даже не поверит. Вот я клянусь вам, я из России ни с кем по поводу магии глаз вообще по телефону не разговаривал, даже в городе Шадринске. Вы меня, Шадринск, конечно, извините. Я понимаю, это ведь понятно, что вам сказали никому ничего не говорить. Типа они в интернете, никто ничего не видел. Ну это ведь естественно. Ну что думаете, я дурак, что ли? Чё? Я понимаю, что вы кого-то боитесь, ну а кто вот, если вот, допустим, подойдет к тебе вот кто-то, допустим, ты его не знаешь, и скажет, о, не ходи к Котееву на сайты, а ты не видел там магию глаз, ну, что ты его послушаешь? Нет, конечно, то есть вывод-то какой, вывод-то такой, что это как бы получается какая-то администрация, ну, наверное, не Баба Яга, согласитесь, не Кощей Бессмертный, наверное, сказал-то, ну, а как тут еще это понять? Согласитесь, я прав, что? У меня вот в Шадринске, да, много ведь было чего хорошего, ага. Но я что-то не помню ничего хорошего-то вообще. Понимаете, да? Вот. Я как бы юморист вообще, стихи, вот поэзию писал. Писал раньше поэзию. В последний раз, когда на меня была переписана 1/2, это 450 тысяч. И придумали там 7 эпизодов, а может 17, я не помню. Меня посадили-то непонятно вообще за что, хотя и не свидетели, ничего. Ну ты, говорит, невменяемый, короче, хоть что бы тут написали, типа, как я понял, все равно ты бы сел, короче, понимаете. Я говорю, ну все ясно, я выхожу, короче, год-то уже там пробыл в психушке-то последний раз, это принудительно, это лечение, это, понимаете. И стихи-то писать больше не могу. Вот так. Ну не могу и все. Не получается просто. У меня такое ощущение, как будто у меня функцию в мозгах это удалили. Я не знаю, как это объяснить, я не понимаю. Пожалуйста. Я не к этому как бы вообще. Я не хочу вообще о них говорить об этом ПНД там и так далее. Я также не хочу о полиции. Но 1/2 я вернул обратно сам добровольно, короче. И так далее. Ничего не взял за это. Попросил так чисто обмыть, короче. Ну, обмыть 10 тысяч, по-моему, 10, да. И все. Ну, 450 тысяч я подарил обратно, короче, таким же методом. А оно, понимаете, знаете почему? Я вот, как вам объяснить? Я просто вам объясняю. И у меня еще мать умерла, когда я там был в психушке, это понимаете? Умирает мама, короче, там неделю она пролежала дома, трупный запах. Давайте не будем, наверное, на сайте это на моем, да? А то и всем страшно станет. Про магию-то глаз-то, кто-нибудь посмотрит в глаз-то, но... Вот если честно, короче, да? Ну, в общем, я даже упал на похоронах у матери не был, понимаете? Вот так вот, короче. Я врагу не пожелаю такого. Это очень ужасно. Даже из тюрьмы и зоны освобождают, как бы, на 2-3 дня там, короче, некоторых лиц. Ну, мать умерла, мать это святое, а я не был на похоронах, понимаете, у матери, ну. Но я прощаю вас, не переживайте, весь город Шадринск, вообще все ПНД, короче, ну. Ты, Камышева, извини меня, что я что-то там, короче, говорил, что у тебя что-то там было с кем-то, я это не выдумал, ты меня пойми, ну. Мне если сказали такое, понимаешь, ты с них спрашивай, короче, мне вообще до тебя дела нет. Если честно, ты мне только не угрожай, дорогая, понимаешь, ну. Угу. А то вы вместе с косичками там, с блондинками можете прогуляться потом куда-нибудь. А, чё? Бывает это, люди-то из окна даже выходят, короче, ни с того ни с сего во сне, короче. Ну. Вот так вот, ну.
Я просто тебе знаю, что скажу, если честно. Это сделали, она была не тобой. Не тобой. Это сделали специально с тобой, короче, да. И сейчас на тебя будут давить этим самым, короче, типа делай так, иначе мы тебя уволим, ты прославишься, короче, и тогда это отработано в коррупции, короче, в коррупции. Знаешь, чем вербуют в коррупции? Гомосексуализмом, дорогая, ой, на. И убийствами, хуй, вот так вот, на. И за квартиру, хуй. Серьезно, хули. Оно просто это. Никому не хочется быть, это знаешь, без денег, короче, без работы и опозоренным, короче. А сейчас видишь, как коррупция-то. У них везде связь, блат, короче. И тому подобное. Так вот, Шадринск, я что хочу поговорить-то, обратиться к вам. А, кстати, Камышева, ты мне объясни, а что я стихи-то больше писать не могу? Тебе ни о чем это не говорит? Ну, а как это понимать? Ну, вот писал человек стихи, ага. Пробыл год на принудительном лечении. А чего лечили-то хоть, да? Ну, а чего хоть? Вот смотри, вот год назад, и, допустим, я гулял, допустим, с парнем или с девчонкой, допустим, во дворе. А она придет завтра, напишет заявление. А вот он год назад мне плюнул в лицо, короче. Ну и, допустим, пнул, допустим, под ягодицу. И меня опять на год, что ли? Ну-ка, как это понимать-то вообще? Ну, то есть, таким путем, таким методом, это было все из-за денег. То есть, Долженко это признает по записи MP3. А мне вот, Камышева, дорогая моя, мне как людям-то говорить, что я ненормальный, что ли, или что? А мне зачем это надо-то, я понять не могу. Я на работу хотел устроиться, понимаешь, меня-то? Вообще, ты деньги получаешь, да? Ну, то есть, деньги у тебя есть, не надо ничего объяснять, согласись мне. А мне как вот на работу устраиваться? Я могу на вахте получать 20 тысяч за 2 недели, неделю через неделю, 7 через 7 в месяц. 20 тысяч. А я сижу на 8500 рублей в месяц. Но и на сигареты у меня уходит половина. Когда я пришел, я говорю, дайте мне эту справку, что у меня же третья группа инвалидности рабочая. Когда я пришел и сказал, дайте мне справку, что я имею право учиться, мне сказал твой бывший муж, Мужаков, что ты учиться не имеешь права и работать тоже. Чё? Мы тебе за это деньги платим. Вы видели, вот вы сейчас у меня на сайте, да? Я вот это видео специально по ссылке, короче, только будет доступно, что только на сайте у меня. Ну. Вот посмотрите, вот магия глаз, фотографии. Она работает на фотобумаге. А сколько стоят такие произведения искусства? Знаете, для чего я люди поэзию-то вообще выложил на сайте? А чтобы всякие там, короче, это, придурки, грубо говоря, не говорили, что у меня крыша едет там и так далее. И тому подобное. Ты, говорит, не имеешь, говорит, права учиться. Мне вот, как я понимаю, пусть у тебя хоть первая группа, хоть вторая, а если третья рабочая, но, да хоть на космонавта ты имеешь право-то учиться. У меня есть аудиозаписи всего этого, подтверждающего и месяц составляющего и так далее. Ой. Только я понять-то не могу, почему я не могу справиться-то, короче, с вами. Ни с ПНД, ни с этим беспределом ПНД, короче. Ни с городелом, ни с прокуратурой. Почему, что вам взбредет в голову, короче, почему вы это и делаете? Мне вот интересно просто. Я учился в школе, сколько я там, 7 классов образования, ну 8 неполных. Меня выгнали из вечерки. Хотя вечерняя школа, она и как бы по поведению-то хуже, по идее, это, короче, первое, это сейчас это лицей. Но почему-то меня в вечерней школе-то никто не бил. А пока, короче, был в первой-то школе-то, по какой я там был класс-то, с какого оно там, с седьмого вечерки-то принимает, ну. Оно меня, короче, 6 классов-то, я еще раз-то на второй год-то оставлялся. Это что, у меня 6 лет, короче, как минимум, да? В первой-то школе меня били каждый день через день я чудом спасался от избиения, короче.
все учителя, короче, были в курсе, и все, кого это встречу, так что, оно начинаешь из этого разговаривать, вспоминать, допустим, так непроизвольно, а они глаза отводят, короче, хотя они и не били, а что они скажут, что, оно, а как так у нас сейчас вот, вот ты вот Новикова, Людмила, Чеева, Васильевна, что ли? Извини меня, конечно, а как ты это допустила там вообще? Ну как так вот, я не понимаю. Вот я вот, допустим, директор школы, к примеру, а? У меня человека, ребенка бьют несколько лет, короче, день через день. Это понятно, что сотрясение мозга это естественно, что? Как это понимать? Я-то сейчас-то понимаю, что это сделали специально, чтобы не было образования. А потом как бы это со шпаной-то свели просто, чтобы те крышевать начали, чтобы меня не били. На коне и воровать научили. Это все, в принципе-то, продумано. Что? Я понимаю, как... Я даже не знаю. Оно вот, если честно, вот люди, вы не поверите, наверное, или может кто-то не поймет. А как и вот эти необъяснимые факты вообще объяснять? Ну вот как это вот объяснять, я вообще не понимаю. Вот шизофрения постоянно текущая, короче, это... Как понять постоянно текущее? Я говорю, а что это значит вообще? Я врачу-то говорю, Кубасову-то, он мне отвечает. У вас, говорит, есть лечащие, типа того, что к нему обращайтесь? Я говорю, так вы что, вы врач, вы зам главврача, вы что, вы не знаете, что такое, вообще мне объясните. Как понять постоянно текущее, короче, ну и того подобное, да? Я не просил, что у меня конкретно что было замечено. Это естественно, что это нет. А что это вообще такое? Из чего это состоит? И как я понял, там, мне кажется, третьей-то группы с такими диагнозом-то и нету ни у кого. Ну вы сами понимаете, постоянно текущая шизофрения. Третья группа у него рабочая. Ну как он может быть с третьей группой, а не с первой или со второй, если у него шизофрения постоянно текущая, да еще и, короче, это параноидальная. Вы понимаете, это сумасшедший полный вообще, ну. Я просто, вот мне вот это интересно, ну. И я говорю, да как мне от группы-то избавиться, ну? А у тебя, говорит, ничего не изменится, хули. У тебя, говорит, ничего не поменяется. Ты, говорит, только от денег откажешься, короче, но. А потом тебе заявляют, работать ты не имеешь права, точнее, даже учиться, мы тебе за это деньги платим. Во всей России 15 тысяч, по-моему, 14 с половиной минимальная, короче, прожиточный минимум вообще. То есть минимальная пенсия у всех, она в среднем, короче, грубо говоря, 14 тысяч по России. А у нас по Курганской области 8500. Я вообще не понимаю, может мы может не в России находимся-то вообще. А вот Новикова, если ты вот смотришь это видео, вот меня прости, конечно, моя дорогая, бывшая директор школы, сейчас вот вы мэр города, я смотрел видео в Ютубе, у вас 100 миллионов рублей выделили в 2014 году на дороги, а они что, серебром их что ли покрывают, вот у меня отпечатка серебряная с камнями, все такое, циркони, фианиты. В ювелирном куплена, она стоит всего лишь 1000 рублей. Так это, давайте посчитаем, вот 100 миллионов, это сколько КАМАЗов вот таких драгоценных-то изделий вы видели на дороге, короче. А оно даже в ювелирном покупать-то, это можно улицу Свердлова-то серебряную сделать, я так понимаю, да? Вы меня, конечно, простите, если я не прав. Я ведь не учитель математики-то, вы меня простите, что вы говорите, но я не понимаю. А к вам каждый год это, Людмила, это, Новикова, выделяют это 100 миллионов-то на дороге-то. А вот здесь тоже дорога за окном, песком посыпали, прошел дождик. Дождик прошел, дождик, его как не бывало. Ямы-то, даже ямы, опять это, ямы засыпали песком. Я думал, асфальт там покроют. И фонарики поставят, короче. А ну нету ничего этого, короче. Дождь прошел, и песок смыло. А к вас, если вы это, дорогая, дорогой мой мэр, это вы меня, конечно, извините, простите. Но если у вас дождем смывать будет 100 миллионов в год, которые на дороге выделяют, то вот она вся Россия, это, пожалуйста, короче, яма на яме, что. Ну как это понимать? Улица Фабричная, 20. Ну. Здесь у нас, короче, библиотека и ГИБДД. Ну.
Понимаете? Ну как вам, вы сами на это, как я думал, ткнусь, я думаю, все, асфальт будет. Ну, здесь дети ходят на велосипедах. Я вот был бы мэром города, я бы сам просто делал объезд по всем, понимаете? Человека бы взял, кто занимается дорогами, понимаете? И посетил бы, посвятил целый день городу Шадринску. Раз хотя бы в году, да? И просто поездил по дорогам вообще, вот где нет асфальта, это как оно вообще ездится. Никто ни за кем из администрации, я такого даже не слышал. А то, что вот 100 миллионов выделено на дороге, а если их нету дорог, то я выделяли 100 миллионов, а получается у вас каждый год получается выделяют на дороге-то 100 миллионов, а их нету. Интересно. Ну я как бы не то чтобы, а как мне людям-то вообще, как вот на меня вот люди смотрят, да? Вы, наверное, там всем сказали, там, ага, сейчас скажу. Давайте опять начнем сначала. Как это было? Пошел я в школу, ой, к деньгам рука-то чешется, а? 100 миллионов, наверное, на карту придет, а? Нет, не придет? Ну, а как еще? Ну, вы понимаете, я миллиардером должен жить, но... 8 миллиардов на планете, понимаете, люди, 8 миллиардов. Журнальчик просто выпусти одну серию журнал, короче. Оно даже, ну, конечно, возьмем бумагу, счет, да? Просто бумагу. Не будем фотографии брать вообще в счет. Сколько они стоят? Возьмем просто, что бумага там, типографии там, да, чтобы оправдалась, да, допустим. И как-то там, допустим, да, ну не знаю, допустим, надо будет 3 доллара, допустим, 2 доллара журнал, там, ну 100 рублей, допустим, журнал, да. Ну это минимум, наверное, бумага там все это цветные, лощеные фотографии. Магия глаз работает на фото бумаги, так что. Ну, наверное, ну, я даже не знаю, чтобы каждый бедный-то смог-то купить ребенку-то своему, если дети-то видят все. Так вы понимаете, меня-то тоже, чтобы дети-то, если видят все, так чтобы дети-то посмотрели, все понимают. Я понимаю, что если в интернете, ну, а может вы не говорили никому, не говорите ему, что вы были на сайте, не говорите, что вы видели. Ни один ничего не сказал. Я живой, я живу с женой. Она видит, как зрачок там увеличивается, там, туда-сюда. Она видит там тоннель какой-то матового цвета, то звезду. При мне ребенок смотрел неоднократно, все рассказывал, они видели. Но я заметил за людьми, не то чтобы только за ней, на эту тему со мной никто не разговаривает. Но бояться-то явно не меня, понимаете? Так вот, я как бы к чему хочу закончить-то это видео-то. Мне порядком все это просто надоело. Вы меня, люди, простите, но я вынужден, знаете, как сказать, короче. Я хочу сказать, что может быть кто-то боится, что я улечу за границу, и начнется там апокалипсис, там какой-то Армагеддон. Мне не надо ваших проблем, ваших этих, как это, войны, там, войны. Мне ничего этого не надо. Я вообще жизни не видел. Я не помню, когда у меня был день рождения. Представляете, вот у вас, вот вы живете, да? У вас раз в году день рождения, да? А я не помню, когда у меня был день рождения. Я не помню праздника-то вообще. Чтобы я где-то пошел куда-то погулял, там, в хорошей компании, выпил шампанского бокал, понимаете? Я, в принципе, даже когда пью и напиваюсь, я себя в компаниях-то хорошо веду. Если честно, я могу один у интернета, но в одиночестве-то оно у любого как бы может там как-то не очень хорошо. Тем более, понимаете, что такое зомбировка вообще и манипуляция? Если это вот, если магия глаз, вот это стоит миллиарды, оно ведь кому-то конкретно невыгодно. А чем оправдывать свои противозаконные-то действия? Ну чем? Они сманипулируют, так грубо говоря, допустим, да? Надавят на психологию, на мозги. Вот сидишь в очках, ты видео-то пишешь, да? Потому что глаз это информационное поле, и оно проникает. Я не хочу за это говорить, кто-то не поймет, мне надоело, понимаете, ваше непонимание. Так вот я что хочу сказать-то вообще? Я вот тоже не понимаю, как бы, да, некоторых вещей, как можно, допустим, в подъезде сексом заниматься, или в подвале, или в туалете. Я вот этого не хочу понимать. У меня вот было такое прошлое, в 13 лет вместо 14 меня посадили, увезли в Карга, то есть это спецучилище там, да, в приемнике 3 месяца или 2, по-моему, провел месяца. Ехал я туда, короче, на полке для матрасов в купе, короче. А не было места, я был сам младший, мне было 13 лет. Я хотел спать, я что, на пол лягу, что ли, что?
А полицейским, которые сопровождали, им было глубоко посрать, где ты можешь спать. Вот так вот, чё. И когда я плохо мыл полы, короче, в этом спецприемнике, плохо просто, ну там все мыли полы, понимаете? И когда я был плохо, там протирал пол где-то, сейчас скажу, по-моему, в ванной где-то, ну, он мне так по ребрам, короче, пнул ногой, здоровый мужик, которому лет 35, 30, наверное, кто-то точно, он меня от всей души по ребрам пнул, короче. У меня были слезы, он потом мне еще добавил правой ногой, левой, еще раза три ударил. А за что? Я бы вот не смог вот так вот ребенка ударить. Вы, полиция, не обижайтесь, если потом после смерти вы попадете в чистилище, то точнее в преисподнюю, понимаете? Вы поймите, вообще эта тема-то серьезная. Я не терминатор, ну, понимаете? Я из мяса состою, ну, и у меня мозги тоже живые, что вы Новикова тоже поймите, что 50 сотрясений мозга-то это, знаете, что-то серьезное вообще. Вот поток в меня, вот, и знаете, как магия-то работает? В меня идет поток просто, он, видимо, из космоса. И я вот, когда вот, сидя, допустим, съемку делаю, фотографии, что магия не работает. А когда встаю в полный рост, а магия работает на фотографии, когда фотографирую. Я не знаю, как это так, ну, это факт, да. И никакие не ученые, вот, вам самим не интересно, да? У меня как-то интересно. Я захожу с телефона в интернет, и когда у меня проблемы-то были, короче, из одной второй-то, что меня посадили, которую я обратно-то добровольно-то отдал. Я канал создавал, он у меня был месяцев 5, короче, этот канал. Это было лет 5 назад, грубо говоря, у меня 7 миллионов подписчиков. На том канале я заходил с телефона. Подписчики 7 миллионов, короче, МЛН, короче, 7 миллионов. Подписчиков на канале, который там был, ничего такого особенного там не было, понимаете? Но почему-то с телефона это показывают. Заходишь с телефона на сам канал, там 6 подписчиков, короче. Не 7 миллионов. Вот. Заходишь с компьютера, короче, на канал, там вообще подписчиков нет, понимаете? Вот. И хостинг, я также свой настоящий видел еще в 2010 году. Ну, там что-то, короче, в месяц 300 с Америки, 300, короче, человек в месяц, да, 300 с Америки, 300, короче, что-то было с Украины и тому подобное, с Японии, что-то человек 100, по-моему, да. Это на канале вообще ничего не было, вообще ничего, на сайте, точнее, ничего не было, а хостинг уже был такой. Там на сайте были фотографии, сделанные, короче, Samsung. Помните, Samsung E250 слайдер, короче. Ну, какое там качество фотографии? Оно, магия это работала все равно. Я спамил, все такое. А у меня, как бы, как вам объяснить, оно у меня сейчас такого хостинга-то нет. Один раз я всего видел этот хостинг. И все. Я потом в поисковики добавил, короче, в очередной раз свой сайт. У меня в день зашло 500 человек. Вот вы меня извините, что памяти не хватило, да? Сейчас я посмотрю, чем заканчивается эта тема. Так как видите, я опять очки снимаю, хотя не хочется, я просто хочу, чтобы вы видели мой взгляд. Сейчас вот посмотрел, глаза красные, я не виноват в этом, не у всех красные, вот так вот, попробуйте, фонарик, включите видеокамеру, запишите, но... И смысл в чем? И у хостинг я когда добавил в поисковики, в очередной раз, у меня было 500 человек в день, это, и потом раз, опять тебя убило, короче. Видимо, добавил в поисковики-то ночью-то, короче, оно люди заходили. То ли 500 с чем-то, ну, понятно, что неровно, но... И потом опять, короче, я... И как я бы все начал понимать, что меня кто-то блокирует. А что бы я ни думал, короче, что меня блокируют. Мне как-то даже доходило письмо, но, видимо, их читают, кто перехватывает письмо-то. Доходили там реклама какая-то, спам, ну какой-то человек пишет там, вот я могу сайт сделать, то есть это пропустили, может это сами кто-то написал, мне это как бы непонятно.
Как вы считаете вообще? И в основном-то, знаете, чем занимается? С ума меня сводит просто технично так. Но мне порой и начинает казаться то, что я живу-то вообще не на планете, а вся планета в Шадринске находится. Но как так 8 миллиардов на планете, и никто не может как бы позвонить, что ли, никто не хочет, никому не интересно. Как так вот был бог Кузя такой, да, у него прозвище был бог Кузя, потому что у него был Кузя-попугай, он там столько миллионов заработал, это понятно, что он аферист, но а кто? И я понимаю, что с моим-то феноменом можно журналы продавать, если на бумаге работают. Но я понимаю, там в церквях, допустим, там иногда иконы плачут. Оно как бы можно не поверить, да? Но увы, вот на сайте у меня вот, допустим, или пройдите по ссылке в описании. Пожалуйста, работает даже на фотобумаге 50% взрослых людей и престарелых со стариками видят на планете. Дети видят абсолютно все. Ну, если дети люди видят абсолютно все, ну что я могу сказать, дети, во-первых, не грешные люди. Они плохого никто ни один ничего не видел. Просто хочу прокомментировать. Далее, что кто-то ж там, вот я видел там одна как бы проститутка смотрела на видео, она видела там пламенное лицо, но она проститутка, понимаете? Но я же не виноват, что некоторые из вас занимаются проституцией, а кто-то из вас убивал детей или стариков. Я же не виноват в этом, вот согласитесь. Если вы что-то видите, некоторые плохое, а вы не забывайте, что вы вообще-то еще и грешники. Вот вам еще, пожалуйста, это от Бога вообще. Но вы типа этого всего не понимаете. Как это объяснять-то? Я, если честно, знаете, вот я вот когда вот показывал бумажную эту фотографию и говорил, я весьма рад тому, что я не хочу быть вашим богом, это понимаете, тоже это поймите. Я не хочу быть вашим богом, не хочу абсолютно. Вы, наверное, уже понимаете, почему. Вот я с 2010 года в интернете. А кто что мне хорошего сделал за эти 7 лет? Я что-то не помню, если честно. Знаете, я еще смотрю-то, видите, с какой высоты-то, что это миллиарды можно зарабатывать. То есть можно купить свою яхту, личный вертолет, понимаете. Хочешь, можешь иметь многоженство. То есть, а почему бы и нет? Если я хочу, пожалуйста. Почему? Есть страны такие, где многоженство разрешается. Но не хочу я одну жену. Я хочу, может, с каждой страны по жену. Я хочу, может, китаянку, японку, француженку, германку. Ну, я хочу еще американку. Ну, что? А почему бы и нет? Это мое личное право. Пожалуйста, едь в Дубай, покупай себе хоть небоскреб, если ты такой способный и можешь зарабатывать. И бери хоть сколько жен, хоть сколько прислуги, и все пусть живут счастливо и красиво. Но я почему-то не могу. А почему? Я нахожусь по сей день в городе Шадринске. В общежитии на 5-м этаже крыша протекает, пишешь в Москву, тебя отсылают с Москвы в Курган. И правительство Курганской области, короче, тебе пишет письмо, то есть мне в 2016 году, август, сентябрь, запланирован капремонт, включая крышу. Вот уже и 2017, короче. Крыши я что-то вообще это не вижу. И капремонта тоже хуже. Газом завоняло на кухне, я газовиков, короче, вызвал, плиты обрубили, меня чуть не убили, короче, эти жители 5-го этажа. А мне надоело нюхать газ, я не хочу взорваться, понимаете? Вот так вот. Соседка одна моет полы, я ей должен, там был 100 рублей, короче. Другая мне вообще звонит из другого крыла и говорит, занеси мне 120 вместо 100, короче. Сейчас, говорит, полы мою я. У нас не был конфликт, она написала в прокуратуру, меня вызывают в прокуратуру. Я говорю, да, на высоких, на повышенных тонах все.
Вы понимаете вообще, это что за такое? Какие 20 рублей должен переплачивать? Какие 100 рублей? Какие поломойки вообще? Какие крыши в общаге? Это что за бред вообще, а? Вы вот вообще, вот смысл-то в чем? У вас там свои проблемы. Вот вы вот Новиков, я вас постоянно вижу в интернете. У вас там батюшка там, короче, да? Вот смотрите, сейчас перекрещусь, короче, как это? Так, да? Вот крещусь, короче, вот видите, вот крещусь. Вот если я антихрист, я бы стал креститься, на. Вот крещусь, вот да, даже вот хвала Аллаху и Иисусу, короче, ну и всем богам. И чё? Я вот вас вижу постоянно, вот там батюшка там у вас, короче, там. Вы с попами там разговариваете, там в Бога, наверное, верите. Я видел фотографию Бафомета просто. Бафомет это... Я не верю в эту суеверие, это, короче, понимаете, я человек-то просветился за 7-то лет у интернета-то. Я не первобытный, понимаете, вы уж меня извините, может скажут, что это он ночью-то говорит про Бафомета. Я ему ничего не должен, он у меня не занимал. Просто вспомнил, понимаете. И я видел фотографию Бафомета, короче, да? А потом посмотрел на фотографию, короче, на вашу Людмила Новикова, ну. Красота. И потом еще видел, короче, Курганскую область, вот такую, короче, карта Курганской области, ну, это вообще я в шоке, короче, ну. Я тоже иной раз, о, бесы, во, бесы, какие бесы? Бесы это падшие ангелы, у них все равно голубая кровь. Ну, хоть они и стали там в тюрьме, вот, в аду, но это все равно бывшие ангелы. Скажите, вам бывший ангел давал хоть раз интервью? Вы знаете вообще, вы их видели? Вам рассказали, вам внушили. А что вы сами-то вообще можете? А потом вы некоторые оскорбляете. Они нас называют животными. А вы мне объясните, если вы верите в то, что вы произошли от обезьяны. Кто-то от коровы, кто-то от свиньи. Вы меня-то поймите, я-то в чем виноват? Вы мне вот это можете объяснить? Я понимаю, что 90% во всей России ничего не могут, но... Ну давайте я пойду, я дам фору, я пойду на уступки к вам. Люди, давайте разберемся потом, после смерти, кого что не устраивает. Какие-то у вас там аномалии, там Бермудского треугольника, Курганской области. Ну зачем мне это надо? Ну кто меня видит сейчас? Спецотдел, у МВД, у ФСБ, у УБО, прокуратуры, судьи. Я раньше как вот вообще думал, а высшее образование, судья, короче, не вот это да, мне мама рассказывала, короче. А сейчас посмотрите, что творится. Вот вам вообще. Я понимаю, что некоторых из вас, а хотя что некоторых-то, вы сами понимаете, что система коррупционная вербует гомосексуализмом, бля, и убийствами хули, чтобы создавать и усиливать свою сеть коррупции. В некоторых регионах, ну вот у нас нищая область, еще есть Пермский край, хули, бля. Ну, наверное, Курганская область не святая, правильно? Чё? И откуда у вас символика черта, короче? Ведь не козла, черта, хули, чё? Не в обиду будет сказано, но я вот у вас родился в Шадринске. Ну, хочу и сказать то, что у вас на планете. Ну, не вы же у меня родились-то, я у вас, да. Я что вам плохого сделал, если честно? Я сказал, бабушка, унеси от меня суп, я есть хочу. И скажи, пусть проститутка придет тебя и кормит, короче. Так что ли бывает, что? Я пришел в школу и сказал, бейте меня все, бейте быстро, по 5, по 7 человек, избивайте меня по голове. Мне не надо высшее образование. Я не хочу идти судьей в прокуратуру, тоже не хочу. Я хочу воровать, чтобы меня потом после избиения крышевала преступная это...
Молодежь, короче. Ну и так было, что вы или что? А вы думали, вот вы умрете, вот вас что ждет после этого? А я к чему и говорю, давайте после смерти разберемся. Вот мне сей бред, ну уже, ну надоел просто, понимаю, мне 36 лет, у меня ничего, кроме боли, слез, голода, холода, я ничего не видел. Какая ласка! Я вообще не знаю, что это такое. Для меня это сказка. Но. Я понимаю, что сейчас в основном там, глаз там мог, у меня любить-то буду только за деньги, если я, конечно, вырвусь из этой преисподней, а тут другим-то словом шадринство не назвать, понимаете? Такое с ребенком сотворить, понимаете, это а к воду такого делать не будут, я вам серьезно говорю, как вот я понимаю, ребенок, если попал в ад, хотя какой ребенок упадет в ад, вот, если разобраться, ну что, ребенок в чем виноват? Если здесь, в этом мире, с 18 лет ответственно, там с 14 тебя в 13, короче. Я не понимаю, я, ну, дети есть дети. Ну как понимать, как можно ребенка унижать, избивать, взрослые проходят мимо. Люди, вот я вот на видео выложил, короче, я все рассказал, всю эту аномалию, короче, там, Курганской области. Может быть, и жители города Шадринска, администрация, может, вы этого боялись, что ли? Или вы думали, рассчитывали на то, что я не осмелюсь, что за некоторые вещи мне будет стыдно говорить? Вот знаете, что стыдно совокупляться с лошадью, короче, и с собакой, понимаете? Быть проституткой стыдно, и гомосексуалистом, понимаете? А то, что человек хочет выразить свои мысли, и то, что он видел, это не стыдно. Это вам должно быть стыдно. Причем здесь я вообще? Когда мне было 4 года, я собрал кубик Рубик. Мама никогда не помнила этого, но это я помню. А потом перед смертью, короче, когда мы с Еленой пришли, я говорю, мама, а ты не помнишь, я вот кубик Рубик собирал. Вот как вот Windows символика. Ага. Я говорю, сколько мне было? Это года 3 или 5, нет, 4 было года, но лето это было. Перед смертью-то она за год, что ли, она это вспомнила. У меня, наверное, высших-то образований 5 бы было, а может 3, не знаю, знания языков. И почему-то везде английский язык, а у меня, короче, мне вначале дали немецкий, потом перевели, потому что типа меня били там одноклассники, а меня вообще не в своем классе, короче, били. Меня била это вообще вся школа, короче, но. И меня перевели за плохое поведение, типа ты же еще и виноват, короче, но. Я согласен, в чем-то я виноват, но согласитесь, один раз нагрубишь и, как говорится, получишь по башке, больше не будешь, но. Это неуместно. То есть это еще. И потом я французский, короче, учил, а английский я не учил. А мы на английский язык группу уже набрали. Хочешь, не хочешь, на вот тебе немецкий, а потом французский, короче. В итоге, что-то там, короче, я знаю только как яблоко, короче, что-то блон какой-то, что ли. Блон, блонш, не знаю, все яблоко запомнил только, короче. Я вообще в шоке, ну. То есть я как бы, так вот, Людмила, как бы, Новикова, давайте останемся, как бы, при жизни-то на нейтральных, на нейтральных это позициях управления там администрации всей Курганской области, включая ЕКБ-66, Тюмень, короче, Курган, Челябинск. Я в центре этого квадрата. Я понимаю. Давайте это все не будем ворошить прошлое, не настоящее. А как мне не ворошить? Ты сидишь, ты понимаешь, что ты должен жить миллиардером, короче. По странам летать на своем самолете, я вашим не доверяю, извините, если они падают, это я бы никогда не полетел. Я что, самоубийца, что ли? Если у вас с простыми людьми не так это от себя это падают, даже президенты некоторые разбиваются, то что-то мне не по кайфу, короче, лететь-то мне-то, короче, феномену-то, ну. А вдруг ты упадешь, короче, там мало ли взбредет кому-то. Если тебя по башке там били в ребенка, я только что за самолеты говорит, ну.
У президента Татарстана сын погиб, короче, самолет крушение, короче. Ну что, царство небесное, а что я могу еще сказать? Я вот соболезную. По-моему, это было вообще в аэропорту. Какой год, не помню. 13-й, что ли? Или 12-й? 12-й, по-моему. Я просто подумал, что это кто-то сделал, короче. И вот цунами в Японии, вот эту атомную станцию, это рассчитано, а так это все можно сделать технологиями. Так вот, давайте закончим мое обращение, это шадринцы. Если вам что-то нужно, вы прекрасно понимаете, что я понял, чем вы тут живете. Давайте как-то найдем общий язык, вам уделят внимание. Армагеддона из-за меня не должно быть, я его, во-первых, не хочу. Давайте после смерти сочтемся. Просто не усиливайте себе проблемы-то после жизни-то, понимаете? Если вам там это всякие там рассказывают, виртуальные там миры и пространства, знаете, я тоже так когда-то думал. Но оказалось все абсолютно не так, понимаете? Вот так вот. Оказалось все иначе, если честно. И смысл-то в чем? Я вот за 7 лет в интернете, ну меня кто-то мне помог, соответственно, чтобы я развивался. Я понимаю вас-то, если честно. Вы-то почему думаете, что вот вы вот вроде у интернета, да, а как бы не особо, да, развитый-то? Ну, не в обиду, не в оскорбление сказано, не особо развитый, как бы, да, хотя вы и у интернета, у вас все. А, ну, понимаете, а кому вы нужны вообще, если честно? Сам мне-то помогли прийти вот это все понять. А кому вот вы нужны? Вот я вот миллиардер, никому не нужен. Ну мне же никто не звонит, письма не доходят. Чё? Ну в смысле, никто не пишет, получается. Ну. Хостинг у меня 20 человек в день, короче. Представляете, на моем сайте хостинг 20 человек в день. У меня на сайте, короче, и миллион это не наскребется. А вот только у одного видео 5 миллионов с половиной просмотров у Металлики. Это у одного видео у меня, видео, ну, несколько сотен штук. И одинаковых там каналы, короче, повторений несколько тысяч, короче. У меня, по идее, это тут 7 миллионов, короче, тут заходишь, там 6 подписчики, 7 миллионов. Это говорит о том, что просмотров все 50, короче, у канала. Как мини, это мини. Подписываются далеко не все и не у каждого. Это если очень тебе интересно, подписываются. Надо зарегистрироваться в 7 миллионов. А на сайте у меня никто не ходит, 20 человек в день, как бы. В Шадринске никто не знает, никто не слышал. Вы понимаете смысл-то в чем? Вы зачем это все сделали? Я ведь помню, как это все начиналось-то. Вначале, чтобы от меня Москва отказалась, короче. Да-да-да, настраивали там. И может, вы боялись возмездия моего, что я отомщу. А он там антихрист, он потом взорвет нас всех, он станет богатый от слова Бог. Зачем вы мне нужны? Вас и так накажут, поверьте мне. Это ведь не шутки ребенка-то, блядь, пиздить, короче. А? По голове-то хули. По чьим все это контролем было хули? Какого Бафомета? Да Бафомет бы со мной этого делать не стал. Понимаете? А? Мне не надо Армагеддон. Мне не нужны. А если я вот, как вам объяснить, я в жизни ни одного человека не убил. Не убил ни одного, ни женщины, ни мужчины. Мне вот дай даже вот свинью, короче, да. И по возможности я постараюсь избежать этого убийства свиньи даже. Или тем более там коровы, они там плачут на скотобой. Я не смогу просто. Ну не хочу, не могу из пистолета, может, ну не хочу просто. Мне она и тоже жить хочет, я вот такой человек. Но смысл, у меня есть еще обратная сторона. То есть это белое, сделайте негатив, инверсию. Это белое станет черным. Вот в Коране написано, что Аллах одной рукой гладит, а другой наказывает. Вы поймите, что шутки-то и кончатся вот-вот. Ну, вы понимаете, 100 лет со дня революции, от Наполеона до Гитлера, я преподнес вам все происходящее в мире, короче.
где находится комитет 300. Так вот, я вообще все это хочу забыть. Я просто хочу жить для себя. Я сейчас, давайте я вам скажу, что я хочу. Я хочу купить, короче, небоскреб, хотя бы в Дубае. Или в Нью-Йорке вот стоит новая башня. Я подпишу вам о неразглашении, у ФСБ, у ЦРУ, хоть что подпишу. Я не хочу лезть ни в политику, не хочу не лезть ни в веры, ни в какие-то вообще там, короче, секты. Мне этого не надо вообще. Журналы выпускай, видео продавай. Пожалуйста, миллиардер. Голливуд. Алло, Голливуд. Здравствуйте, Голливуд. Но мне надо видео, супер, короче, эффекты с моей магией глаз совмещаем, хули, делаем, хули, чё, все, пожалуйста. Еще несколько миллиардов, короче, 20 долларов, хули. Ну, вы не понимаете этого, что ли, чё? Почему я у вас в общаге живу? Почему, когда мать умерла, короче, я пришел домой после вашей тюрьмы, это гестапо, я стихи писать не могу, мне как-то я не понимаю, почему матери дома нет, обои ободранные, короче, вещей нет, даже постелила нет, ни холодильника, ни телевизора, ничего нет, короче, но как я не продам, не надо все мебель, все холодильники, куда мне было деваться? Приезжаешь в общагу, у этой стены все классно, музыку на всю катушку никто ничего не слышит. У этой стены, там за стеной, она вот такая, короче, скрипы пола слышно, короче. Ну. Я, короче, гипсокартон, два листа с прослойкой между стенами запенил, короче, пена, момент, монтаж, под пистолет, 6 бутылок пены, короче. Ну, сколько здесь, допустим, там квадратов, короче, 6, это квадратных метров, короче, на стене там, там что-то там 6, на 65 литров, короче, в бутылке пены. Я не понимаю, вам зачем? Вы зачем эту аномалию-то создаете? Ой. Ну как я должен говорить? Вы поймите, я не был там, где вы бываете. Я там ни разу не был. Я просто понимаю, и вы меня понимаете. Даже кто не был, о чем я говорю, они и то догадываются. Отпустите меня отсюда, в Гималайи, но там разденусь до Гавайи, короче. Ну, что надо вам от меня? Ну реально, что вам надо? В МВД, ГОВД, там что? Вам дадут, вы не сдохнете с голоду, обещаю, буду. Я всех прощаю и так далее. Там после смерти разбирайтесь, там, короче, по Библии, по Корану, там за грехи свои отвечайте. Я не у власти убивать людей, не хочу убивать людей, я хочу жить, наслаждаться жизнью. Понимаете? Я надеюсь, вы меня понимаете. Но меня лишили даже, бля, сигарет, короче, мне жена я покупаю. Заходишь по субсидиям, короче, это субсидии от 6000 до 6300 рублей. Субстудентов 198 человек, немного получилось. Там на такую документацию, чтобы эта квартира твоя, там долгов не было. Все собрать, инвалид, короче. Там много чего надо, чтобы вообще их оформить, короче. Пожалуйста, тебе 2000. А что, говорю, где деньги-то вообще? В Москву жалобу хлоп, потому что что, я, говорю, с полком пойду, что ли? А тут выходишь на улицу, манипуляция чувствуется. Ну, я не хочу за это говорить, но я вынужден за это говорить. А иначе меня не поймут, про как это так вообще понимать? Влияние просто, влияние. Это понятно, что не баба Яга метлу там, короче, ну, там воду мутит. Понятно, что это сервера стоят и спутники. Но, ну, Урал после войны, все во время войны сюда перекинуто было. Что тут у нас за области вообще? Что тут за хранилище, бомбардировщики и это все такое? Ну, мне надоело это говно, понимаете? И приходишь, и в итоге говорят, у нас субстудентов, короче, 1500. Запомнил, специально через 2 месяца звоню, она говорит, у нас 15000 субстудентов, короче. Там было написано четко, на еда, за коммунальные, короче, услуги, на еду, короче, на продукты. 6 штук минимум, короче. Это что, вы у всех забрали, что ли, деньги? Из-за меня, что ли, или что? А как это понимать? Ну, конечно, что ты пойдешь искать субстудентов, что ли, и спрашивать, сколько они получали. А если тебе за магию глаз не говорит никто ничего, вообще непонятно, в каком мире они находятся. Ну, если у вас, как вот у меня вот никто не объявлял по телевидению, допустим, никто.
Я вот себя на телевидении ни разу не видел. А кто вам запретил-то вообще за магию глаз разговаривать? Короче, ну, а чё вы кого-то же вы боитесь? Ну, так вот, давайте по-хорошему разбежимся, короче, кто куда, ну, по своим, да так это, во свояси, ну, давайте во свояси. А вы пошли на север, а вы пошли на север, а я пошел на запад, а я пошел на запад. Солнце уходит на запад, понимаете, нет? Ну что мне тут делать?